Доброе утро! Меня зовут Сергей Бандур, и сегодня мы с вами поговорим о том, как поддерживать себя в форме, тренируясь на брусьях. Гимнастические брусья – две параллельных горизонтальных трубы, самый простой, но в то же время очень эффективный снаряд для поддержания вашего тела в отличной спортивной форме. Если хорошенько поискать, то вы наверняка найдете их, если не в своем, то в соседнем дворе точно. При желании брусья можно приспособить даже в своей квартире. Во многих спортивных магазинах продается портативная версия, которая крепится на стену. Впрочем, потренироваться во дворе на свежем воздухе будет куда полезнее и приятнее. В зависимости от ширины хвата на брусьях вы сможете прокачать и плечи, и грудь, и руки. А с учетом того, что эти упражнения выполняются собственным, то есть с вашим весом, в напряжении в той или иной степени находится все тело. Сделайте 3 подхода отжимания на брусьях по 15-20 повторений с интервалом в 1,5-2 минуты, и ваши грудные мышцы и руки откликнутся приятной налитостью. Для более продвинутых спортсменов подойдут отжимания с весом. Закидываем на плечи тяжелый рюкзак или вешаем на пояс специальный пояс с регулируемым количеством груза. Используя такую методику, мы сможем не просто поддерживать себя в хорошей спортивной форме, но и нарастить мускулатуру. Также на брусьях можно эффективно прокачать пресс. Зафиксировавшись на вытянутых руках, поднимаем ноги до угла в 90 градусов относительно положения тела. Фиксируемся на секунду-две, потом медленно опускаем ноги. 3 подхода по 15-20 повторений дадут вам почувствовать желанные кубики. Упрощенный вариант этого упражнения – просто поднимаем согнутые в коленях ноги. Тоже очень эффективно. Ведите здоровый образ жизни, тренируйте ваше тело на брусьях, и тогда каждое ваше утро будет действительно добрым.